Посмотрите, бомбу сбросил. Вот это мощь. Ого, он гасит. Хо-хо-хо. Ребята, ролик точно заслуживает лайкосика, потому что ну реально имбовые четкие скибиди туалеты добавили. Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, мистер Эмластик, подлючка, кукумбер, аферистка. Пацаны, поздоровайтесь. Здорово, ребята. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. У нас обзор на скибиди туалетов. Погнали. Первый у нас G-туалет МК3. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика мы поставим всех скибиди туалетов и сделаем жесткую войну с ними. Вот, смотрите, ребята, как он умеет стрелять. Это сейчас работает искусственный интеллект. Нормально он гасит. Сейчас мы его, ребята, замочим, посмотрим, как он умирает. Скибиди батхуб апгрейд. Вот это он здоровый! Вот это великан! Вот это он кабан! А ну ты сможешь в него вселиться? Есть у него вообще там... Ой, я его сейчас убью так. Я не вижу у него хитбокса. Где хитбокс? А, ты вселился. А ну, понажимай R, он должен вроде стрелять. О, вот, смотрите, как он мощно стреляет. Вот это у него ракетницы. А что, он прыгать умеет высоко или нет? А ну прыгни. Ну, такой он тяжеловатый. Это что у нас получается? Ванна и три скибиди туалета. Просто бошки торчат. Это очень жестко. Я представляю, как он будет воевать камераменами. Это что за дискотека? Танцуют все. Ладно, давайте мы его... Он не умирает. А, вот, умирает. Смотрите, как он прикольно развалился. Просто на куски. Это было жестко. Следующий у нас скибиди туалет. Астро Файтер. Офигеть. А ты, наверное, в него не вселяйся. Давай я просто включу искусственный интеллект. Так, ждем. Он сейчас должен сделать круг и к нам прилететь. Он должен вроде бомбы сбрасывать или что-то такое делать. Мужик, возвращайся. Он возвращается к нам? Он просто сальтухи крутит. Хорошо, давайте еще раз мы его поставим. Потому что я знаю, что он что-то должен уметь делать. Посмотрите, бомбу сбросил. Вот это мощь. Ого, он гасит. Хо-хо-хо-хо. Ребята, ролик точно заслуживает лайкосика, потому что ну реально имбовые четкие скибиди туалеты добавили. Смотрите, вот-вот бомба. Смотрите, какой эффект офигенный. Бум. Очуметь он гасит. Ладно, мы его убьем. Щенок такой вонючий. Так, поехали дальше. У нас есть скибиди туалет. Астро Файтер Биг. Вот это жесть. Мне интересно, у него будет бомбы больше или нет. Он просто атакует. И он будет лететь. О, везде атакует. А ну давайте мы его просто подальше поставим. Вот, он полетел. Это какой-то истребитель целый. Это очень мощный скибиди туалет. Реально крутецкий. Только бомбы вроде он не сбрасывает. Хотя вот бомба есть у него под корпусом. Так, полетел, полетел. Они как-то странно себя ведут. Наверное, они должны просто воевать с камераменами. Он бомбу будет сбрасывать или не будет? Ты, подлец, бомбу сбросишь на нас? О, я знаю, что надо сделать. Надо его просто поставить очень далеко. Давайте мы его там вот поставим. Во, полетел. Вот это он гасит жестко. Ну почему они так себя странно ведут? Ты дурак, что ли? На тебе за это. Хорошо. Следующий у нас скибиди туалет Бонасау. Опа, с ножичками. Ножичками машет просто. И что, не убил? А, мы же бессмертны, конечно, не может убить. Как он пытается нас убить, но у него ничего не получается. Давайте мы поставим ему камерамена. Посмотрим, как он будет воевать с ним. Давай, иди сюда. Ножка его замочит, давайте посмотрим. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Хорош. А, это зомби-камерамен. Битва века. Кто ж кого убьет? Ничего не происходит. Убил. Очень мощный. Вот это он псих. Да, отвали ты от меня. Как щенок улетел просто в небытие. Так, следующий у нас скибиди туалет Бутчер. Ого! Вот это у него бензопилы в руках. Так, давайте мы опять ему камерамена поставим. Конечно, маленький он немножко, но все равно посмотрим, за сколько секунд он его убьет. Вот-вот-вот, делитесь. Ну-ка, давай-давай, наваливай. Да не меня, его бей.
Красиво. Быстро убил. Тот его дольше намного мочил. Вот это ого. Он гигантский просто. Я думал, нашего убил кого-то. Это вы труп просто тягаете. Так, ладно, щенок. Мы с тобой еще в конце ролика повоюем. Это будет сильно. Досмотрите обязательно до конца. Ребята, смотрите, какой у нас прикольный скибиди-туалет. Фонтан. Вот это он красивый. Какое-то излучение издает. Мощное. Довольно-таки прикольно это смотрится. Механические ноги у него. Давайте попробуем в него вселиться. Так, ребята, теперь я скибиди-туалет мощный. А на R английскую. Ого, смотрите, что я пускаю. Лучи какие-то выпускаю. Офигеть. А ну что я могу делать? Такое ощущение, что он должен с разгону взлетать, но ничего не происходит. Ну тепло, наверное, пьет. Тогда. О, смотрите. Жарит. Жарит. Я всех буду жарить. Ха-ха-ха, классный скибиди-туалет. Просто бомбейский. Так, давайте, где мой админский пистолет любимый? Где он у нас затерялся? Вот. Пошел отсюда, щенок. Так, у нас еще есть крутой скибиди-туалет. Firebreed. Вот это великанушка. Смотрите, что он делает. У вас тоже есть эффект огня этого крутого? Да. Он прям поджигает все. Офигеть, смотрите, сколько пламени он выдает. Так, давайте поставим ему камерамена, посмотрим, за сколько секунд он его убьет. Вот такое ощущение, что он его просто чухает. Смотрите, нет никаких возможностей. Просто ни о чем. На тебе, щенок вонючий. Ого. Да, далеко улетел этот соплячье. Так, ребята, следующий у нас... Кибиди-туалет G-Man MK3. А, это уже как первый. Только, а чем он отличается от... А, давайте посмотрим, потому что я знаю, что мы первого такого... А, да, отличается. Этот в очках, а этот без очков. Ну ладно, давайте мы поставим камерамена маленького. За сколько на его секунд разотрет порошок. Ну, давай. Да не по мне. Вот-вот-вот, бежит. Так, давайте его заманим, чтобы они замахали. Просто мгновенная смерть, ребята. Просто ни о чем. Поэтому на тебе, щенок. Мы с тобой в конце ролика встретимся. Мафия. Ого, какая у него кепочка моднячая. Прикольный. Нормально все, четко? Так, на тебя камераменчика. Деритесь. Ну-ка, кто ж кого победит, давайте посмотрим. Мне даже интересно. Напишите в комментах, кто же выиграет? Мафия, скибиди-туалет или камерамен? Понятно. Так хорош тут. Смылся. Ребята, у нас есть очень классный скибиди-туалет. Это у нас паразит. Вот это реально новенький такой, вообще крутецкий. Смотрите, как он классно сделанный. Давайте я в него попробую вселиться и посмотреть, что он умеет. Бегает еще быстро очень. Так, так, на shift. Правая кнопка мыши. О, смотрите, я напрыгиваю прямо на человека. О, а чё я так высоко прыгаю? Где это челепиздрик, а? Вот он. Пошел отсюда. Так, у нас еще есть классный скибиди-туалет Планк. Я-то вообще этого не видел. Это что-то новенькое уже. Это круто сделано. Просто в горшке. Уже это даже не скибиди-туалет, это какой-то... Скибиди-горшок. Я не знаю, как это правильно назвать. А ладно, хорош. Так, у нас есть, ребята, еще скибиди-туалет САУ. Вот это пила у него. И стреляет. И что он только не делает. На, деритесь, щенки. За сколько секунд он его убьет? А ты... Ого, он меня оттолкнул. Я на полкарты влетел просто. Вот это мощь. Что, они там дерутся с камераменом или нет? А, вот, да, драка пошла, там вообще мгновенно его убьет. Да хорош меня сверлить, псих ты, так пошел ты. А где он делся? Он просто развалился на куски, представляете, как он круто рассыпается. Скибиди-туалет Тесла. Вот это мощь, я хочу в него вселиться. А мужик, дай вселиться в тебя. Вот это он классный. Конечно, немножко анимация какая-то кривоватая. Но учитывая, что такое количество выходит каждый день, допилят. Все сделают очень круто будет.
На тебе с ноги. Так, что я могу? Ого! Вы должны просто мгновенно умирать. Так, давайте мы сейчас сделаем и просто отключим пацанам уязвимость. Вы готовы, пацаны, умирать? Ой-ой. Сразу всех. Уже. Просто всех убил мгновенно. Че, вы возродились? Ого! Подождите, я на таком расстоянии могу убивать их? А ну давайте далеко убегу. Смотрите, насколько он круто смотрится. Вот это силище! Сейчас я отойду подальше, пацанов жахну. На! Автоприцел! В воздухе могу! Это реально мощно! А ну и тучка, поставь мне машину, я хочу по машине жахнуть разочек. Посмотреть, на что он способен. Так, ребята, сейчас попробую по машине жахнуть. А ну-ка. Так, тихо-тихо. Да по машине. А ну еще одну поставь. А ну-ка. А, не, машину не сжигает. Получается, он только автоприцел у него, если может тут прямо так в притирку разбить тачку. Ой-ой-ой, сразу умер. Я понял, лучше его удалить, потому что нас просто будет мочить каждые 5 секунд. Так, давайте неуязвимость включим опять. У нас еще есть вот такой вот скибиди туалет. Токсик. Как некоторые люди есть в реальности. У нас токсичные. Это череп у него, что ли? Ну да, череп какой-то, как позвоночник такой крутой сделанный у него. Ого, он засрал кислоту и все, это просто жесть. Слышь ты, серло. Хорошо. Пошел отсюда, щениха. Трап-проп. Вот это у него ножи. Он когда ходит, они просто крутятся с дебелой скоростью. Так, давай. Да, ему очень жарко. Сейчас мы его сделаем еще жарче. Вот такой у нас есть. А ну давай, за сколько секунд ты его убьешь? Спикермен Титан. Ого, он стреляет. Смотрите, как он шустрый. Кстати, он никаких звуков не издает вообще. Просто наваливает. Смотрите, насколько он круто сделанный. Тут у него пламя идет с его рюкзака. Так, вселяемся. Я тоже хочу пострелять. Пацаны, видите, что он творит? Это что-то эпическое, кстати. А что со мной? Ого, я исчезаю в какие-то моменты. Это как-то очень странно смотрится. Ой, это что он делает? Какие-то как волны издает. А это я просто стреляю. Ребята, сейчас мы сделаем эпическую битву, как я и обещал. Ставим дебейлиших скибиди туалетов и поставим мощных камераменов. Посмотрим, как они будут воевать между собой. Так, давайте чисто новеньких всех ставить. Сейчас, ребята, будет эпическая битва. Стенка на стенку. Так, давайте вставим очень классное место, чтобы это было все наблюдать. Вы готовы, пацаны? Погнала. Надеюсь, не вылетит. Вот, а что за эффект? У меня не все прогружается. Так, давайте ближе подлетим, чтобы мы слышали эти все звуки. Кстати, какой-то тишина. А, нет, не тишина. Какие-то звуки есть. Так, ты что залип? А ты что залип? Пацаны, вы что стоите? Давайте, идите драться. Они не хотят драться. Их парализовало, да, видите? А что с небом? Ё-моё. А, это вот этот... Красный вот этот. Офигеть! Чё, не всех просто загасили? Ребята, это просто было как-то легко. А вот еще один есть живой. Кстати, остался самый такой летчик, которого сейчас накажут. Давайте посмотрим, как они будут с ним воевать. А чё они стоят? Идите мочите его. Да, давай, давай, давай. Правильно сделал, что его расфризил. Может, они ссут с ним воевать? Вот это жесть. Все, смотрите, он его остановил, а тот его гасит. Вот это мощь у него в дубинке. Вот это сила. Красота просто. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Сейчас, ребята, у нас будет очень мощный взрыв. Это еще не все. Кто дострел до этого момента, тот красавчик. Это будет самое эпическое в этом ролике. Вот это жесть!